22 сентября 2020 год. Братья. А Виталий куда ушел? Чем он решили. Виталий, что там ты делаешь? Новая технология. Просверлили, если они дубовые, уже такие затвердевшие жердины. А потом только прибиваешь. Раньше мы мучились, гвозди загибались. 20 сентября 2020 год. Братья трудятся. Так, надо пассатижи взять. Так, я поставлю куда-нибудь, чтобы не сшибить. Ты подальше отходи, чтобы все это, всю работу видно было. Огораживается шалаш. Брат, аккуратнее, у тебя что не сразу почернеет. Да. Все. Все надо, Вячеслав, помоги ему, пожалуйста, поставить. А то ему одному сложно будет сейчас. Толкушку надо взять. Толкушка там, на том столбе. Вязать было легко. Ну, туда надо развернуть. Нет, наоборот. Вот так. Вот так. Чтоб на две стороны было. Что, сыпь? А, вот они. Щипцы, но... Да я тут пытался сделать плетеный забор. Не получилось. Где? А он забрал? Нет, ты это, брат, не так сделай. Ты бей по самому столбушку. Не по жердя, а по столбушку бей. Хорошо, выходи. А топорик подбей. Идет, да? Идет тут все внизу. Я его разогнул, но не до конца. Вот все, сейчас только так. Вот, хаоса пошло. Молотком. Не, все. Топориком. Топориком, да, топориком. Сейчас я сразу выйду. Кувалду нельзя маленького было слышно. Увидя этого Никита, вот, видишь?
Все, загибай его. Понимаешь, что там нужно для инструмента какой? Надо клин делать. Можно увидеть. Вон, стол кусок. Что, какие гвозди-то? Тут большие какие-то. Нам надо эту сверлилку брать. Набей с собой ведро сразу. Ты сейчас загнешь. А? Загнешь, надо держать пассатижами. Он тебе, ну как бы, рекомендует пассатижи взять. Да, правильно все он рекомендует. А просверлил-то нет? Да. Вот так будет с каждым. Так будет с каждым, кто не держит пассатижи. Она сверла-то не хватает на всю длину сверлить. Может, тебе еще ключи от квартиры? Угу. Где деньги лежат? Один гвоздь не может забить, приехал. Работник. Нормально. Гвоздь-то непростой, здоровенный. Крепко держится, хоть. Не, ну видишь, ну, все, вот здесь упирается, ну и привет. Надо специалиста звать. Володя, да? Давай еще раз попробуем. Да он все уже, давай там сделаем. Потом Володя спросим. Подержи, я гляну. Он уперся в эту, которая не просверлена, потому что сверла не хватило. И все. И начал гнуться сразу. Да ну сейчас будешь с одним гвоздем тут молиться. Ну иди там-то что, там одному может. Все держит. Не-не, туда пока. Вот здесь. Пока. Подложить ее надо сюда. Давай, ладно, я держу. Давай. Yeah.
сейчас это, торца, зайди бы на меня, посмотри, это, чтобы сюда выходило. Где мне копать яму? Вот на ту сторону, ориентир. Вот от этого? Да. Туда-туда вообще. Еще. Пойдет, я думаю. Не, пойдет, но это с этим тогда будет равно. А вот если вот по прямой, то пойдет. Ну ладно, пускай там, потому что нам еще с этим соединить. Ну да, поэтому прямую-то не надо. Все, наверное.